Много лет минуло с тех пор, как по стране прошла Первая мировая война. Но земля все еще хранит память о ее защитниках. Ведь ее воины – отцы и деды бойцов Великой Отечественной. И те, и другие заслужили искреннее уважение и благодарную память потомков. В Беларуси память о воинах также не забыта. Проект по увековечению памяти павших в Первой мировой войне осуществили в деревне Лыщи Пинского района. Он был реализован по инициативе Пинского райисполкома в сотрудничестве органов власти, общественности и организаций. Изначально возникла идея увековечить память о защитниках Отечества времен Первой мировой войны, потому что мы знали, что здесь, на территории кладбища, находится воинское захоронение. Значит, большую работу в этом провели активисты от общественности. Это представители фонда памяти Первой мировой войны «Кроки» на территории Пинского региона. Это непосредственно Александр Наварай. Значит, он исследовал архивы и устанавливал по месту захоронения поименный список. Затем мы проводили также сверку, уточняли и так далее. Но непосредственно финансовую часть проекта помогли реализовать нам движение «Союз». Это общественная организация, которая занимается реализацией проектов союзного государства. Порядка 12 тысяч рублей были направлены на то, чтобы создать мемориал и благоустроить место памяти. Что касается истории этого воинского захоронения, то в этом месте, на гражданском кладбище деревни Лыща, покоятся останки воинов 300-го Заславского полка. Один из семи так называемых белорусских полков. Их формировали в начале Первой мировой войны на территории Беларуси современной. Вливались в нее как белорусы, так и представители других наций. Историю это он непосредственно 300-й полк формировался в Брест-Литовске, то есть в современном городе Бресте, участвовал в ряде военных операций на территории Польши, но потом с момента отступления русских войск он отошел уже непосредственно под Пинск. И здесь в сентябре 1915 года развернулось неожиданное для немцев русское наступление, в котором этот полк принял самое непосредственное участие. И, значит, в сентябре 1915 года состоялся 9-10 сентября состоялись бои за деревню Лыща. Она оказалась на линии огня. Значит, работали артиллерийские системы того времени очень массированно. Была атака пехоты. Деревня, к слову, очень сильно пострадала. Была сожжена практически полностью артиллерийским огнем обеих сторон. Но к исходу 10 сентября она была занята русскими солдатами. И в атаке участвовал непосредственно вот этот 300-й полк. Естественно, он понес достаточно внушительные по тем временам потери и погибших солдат. Похоронили здесь же. Со временем место захоронения было утрачено. Знали о нем только архивисты и местные старожилы. Сейчас, благодаря совместной работе Пинского райисполкома, общественных организаций, здесь возвышается монумент, напоминающий о далеких событиях Первой мировой войны, которые здесь происходили. Особенность этого захоронения, что оно, по сути, интернациональное. Здесь представители разных национальностей, конфессий. К слову, когда мы проводили вот архивное исследование, в списках потерь этого полка, которые у нас также имеются, вот они в таком виде представлены, здесь в особенностях того времени было писать вероисповедание.
И вот мы видим, что здесь православные, римско-католические, магомечане, то есть мусульмане. И мы увидели, что здесь также посмотрели, откуда люди призывались, где они рождены. И составили такой своеобразный социальный портрет. В целом это, если так говорить, призванные от Бессарабии, от Молдовы до Сибири. Среди установленного списка из 67 имен отдельного внимания заслуживает личность Петра Несторовича Погребного, захороненного на этом же кладбище. В списке потерь он значится как полковник, то есть достаточно высокий чин для того времени, да и сейчас, собственно говоря, тоже. Особенность в том, что похоронен он, правда, он погиб не во время вот этой Лагишинской наступательной операции 1915 года, он погиб несколько позже, он погиб 17 сентября 1916 года, но неподалеку от той местности находился лазарет, где он и умер. И похоронили поэтому его на вот этом сборном кладбище в 1916 году. Изучая его личность, мы установили, что он был многократно награжденный офицер. Он получил ряд достаточно высоких наград, орденов. Он был командиром 4-го сибирского мортирного артиллерийского дивизиона, который принимал участие в ряде знаковых сражений еще начального периода Первой мировой войны. Отличился там даже во время не самых удачных боевых действий. Он всегда отличался тем, что выполнял поставленную боевую задачу. Там, есть у нас наградной документ на него, где отмечено, что командир Петр Погребной, командуя батареей 25 января 1915 года, когда германцы в превосходящих силах большими массами провели стремительную атаку на высоту 922, находясь под сильным действительным огнем, успешным действием веренным ему артиллерии, заставил замолчать неприятельскую артиллерию, содействовавшую наступлению, чем содействовал отражению яростных атак германцев и нанес своим огнем громадный урон противнику. То есть достаточно квалифицирован. Оказывается, Погребной Петр был уже после смерти жалован в чин генерала. И он стал генерал-майором. И он значится как генерал-майор, которого в 1917 году посмертно произведен 23 января 1917 года посмертно произведен генерал-майоры. Ну, это уникальный на самом деле случай. Почему? Потому что на Пинской земле захоронений именно генералов Первой мировой войны до этого мы такими сведениями не располагали. И, пожалуй, если так оно и есть, то это единственное воинское захоронение генерала на территории Пинского района. Генерала Первой мировой войны русской армии. Личность и биография Петра Погребного станут предметом изучения историков. И уже сейчас о нем известно много интересных фактов. Вызывает, конечно же, вопрос, почему тело его не было по традициям того времени перенесено. Обычно как происходило? Обычно переносили тела где-то родственники, где-то по месту жительства и так далее. Он не здешний, как говорится, но тело его было осталось на нашей земле, судя по всему. Поэтому мы продолжим архивно-исследовательскую работу для того, чтобы установить биографию полную его, может быть, найти родственников его. Но это действительно такой отличительный случай. Личность знаковая. Личность действительно знаковая для Пинского района, для Беларуси, для России.
Первая мировая война – это часть нашего героического прошлого. С точки зрения исторической памяти нам ближе, значительнее и масштабнее события Второй мировой Великой Отечественной войны. Память о Первой мировой была вытеснена этими дальнейшими мощными событиями. И потому она мало присутствует в исторической памяти людей, а в сознании наших современников порой рассматривается как забытая. Историей Первой мировой войны и проблемой памяти ученые занимаются по много лет. Задача – поднять и в достаточной мере осмыслить весь пласт имен и событий, произошедших на ней и наследованных ею.